ЧП в Шымкенте на арматурном заводе, расположенном на территории индустриальной зоны, погиб китайский рабочий. Ожоги, полученные на производстве, оказались несопоставимыми с жизнью. Еще один гражданин КНР находится в тяжелом состоянии в больнице. Оба иностранца прибыли в Казахстан по квоте. По словам руководителя управления по инспекции труда области, сейчас на предприятии проводится проверка. По одной из версий, рабочие, прибывшие для оказания помощи по организации производственного процесса на производстве, не соблюдали технику безопасности при плавке металла, в результате чего и получили травмы. Между тем, с начала года в Южном Казахстане на производстве при различных обстоятельствах пострадали 78 человек, 18 погибших. По предварительным версиям, здесь мы рассматриваем недоработку, вину работника, скорее всего, потому что если была бы спецодежда, он оставался наверняка живым. А другой вопрос, металл оставался под дождем, если это будет выявлено, то вина работодателя будет тоже определена.